Добрый вечер. Представься, пожалуйста. Александр Буренин, защитник команды «Интер». Александр, расскажи про сегодняшнюю игру, впечатления, эмоции. Ты сегодня с бровочки наблюдал за игрой, может быть, побольше, так сказать, откроешь занавес этой игры? Да, сегодня с бровочки, блин, команде ничего не мешало, так сказать, якоря не было, да, в моем лице. А пацаны красавцы, на морально-волевых, хоть и забили первые, но, по сути, победа такая волевая, потому что проигрывали 2-1, 2-2, 3-2 потом проигрывали, то есть, ну... То есть, по сути, матча, да, проигрывали. Команды доволен. Все равно чисто ошибки наши. По сути, чисто ошибки. Так, целостность игры вообще, я считаю, как бы, ну, все было нормально вполне. Главное, не потеряли концентрацию уже до конца, как бы не дали сопернику еще забить больше. Вот, и довели до логичного завершения, как бы, до нашей победы. Самое главное, выиграли. Нам нужна была эта победа, потому что две игры проиграли Лиги Чемпионов последние. Очки нужны, все хорошо. Отлично. Как настраивались на игру? Да, настраиваемся всегда позитивно, с шутками, с плясками. Не, на всех соперниках мы настраиваемся серьезно, несмотря на это верхняя турнирная таблица, нижняя. То есть ко всем с уважением относимся. Вот. Всегда за победу только выходим и бьемся. То есть других результатов не принимаем. Точнее, принимаем, но победа всегда лучше. По судейству есть что сказать? Нет, судья красава, все нормально вообще. Как бы. Ну там, может, пару моментов тоже, не знаю, можно было в ВАР заглянуть, но не стал пользоваться. Ладно, претензии предъявлять не будем, потому что победили. А если проиграли, тогда бы по-любому раскачали там 100%. Спасибо, вас победа, вам удачи. Спасибо. Что, еще дальше? Да. Привет, ребят. Представьтесь, пожалуйста. Универсальный игрок ФК «Спарта», так сказать, Ермак Артем и Олег Кравченко, просто Олег Кравченко. Что расскажете про сегодняшнюю игру? Ну, игра была напряженной моментами. Соперник хороший, не дожали немного, впереди не хватило моментов. Так игра в целом понравилась, вот. Было интересно играть соперник, повторю же, хороший. Боролись до конца, не хватило немного, пропустили на последней минуте. Не дали нам сравнять. Скажи, чего не хватило? Концентрации? Либо еще какие-то... Впереди моментов решать не хватило, мне кажется. То есть этим нюансом? Да? Не хватило нам моментов решить. Вам есть что по судейству сказать? Ну, судейство такое, ну, хорошее. Относительно хорошее. Партива. Моментами, да, было, конечно, сложно. Вот. А так, в принципе, интересно. Я понял. Вам удачи в любом случае. Спасибо в дальнейшем. Спасибо большое. Хала Мадрид.